Товарищ полковник, вызывали? Проходи, майор. Садись. Ну, майор, засиделся ты тут. Пора тебе понюхать пороху. Перейти, так сказать, на оперативную работу. Будешь работать под прикрытием. Ну, товарищ полковник, я же в аналитическом отделе. Я привык... А твой рост? 189. Твой рост как профессионала. Ничего. Поедешь в Саратов. Вот, держи папку с легендой. Тут все детали. Я в мелочи не вникал. Сам ознакомишься. Гражданин Швейц... Гражданин Швейц? Гражданин Швейцарии. Швейцарии. Отто Крузе. Владелец часового завода. Какого завода? Какая Швейцария? Ну как, у меня дом в Альпах, яхта на Лазурном берегу, свой самолет. Какой самолет? Ну самолет. Жена. Мисс Европа прошлого года. В общем, понял. Надо, так надо. Разрешите идти готовиться? Погоди, майор. Ты прав. Мы тобой вот так вот рисковать не можем. Придется все-таки самому, так сказать, на передний край. Иди. Ну как же, товарищ полковник, вы же сами говорили, засиделся я тут и... Ну так вот, иди, разомнись, иди. Нифига себе. Нифига себе. Свой самолет, дом, яхта, мисс Европа. Товарищ генерал, я решил сам пойти. Да засиделся я тут. Пора, так сказать, понюхать пороху. Пора на передний край. Товарищ генерал, суть задания. Гражданин Швейцарии Отто Крузе прилетает в Саратов. Понял? И заводит роман. Понял. С кем? С лидером местного гей-движения. Понял? И 2 месяца живет с этим лидером в его доме. Задание понял? Майор! Майор! Майор!